Мне нравятся вот эти дети, синхронное плавание. Да, тоже хорошие. Это дети рисовали. Творческий подход, оригинальность идеи, креативность – три номинации ежегодного конкурса «Мы за здоровый образ жизни». Участвуют школьники всех возрастов и студенты Щелковского колледжа. 218 работ, вдвое больше, чем в 2020-м. У каждой свои замысел, техника и манера исполнения. Живопись, графика, пастель, восковые мелки. Очень много интересных работ, очень много. Такие вот подходы, о которых, ну, допустим, взрослый человек даже и не подумал бы, а дети выражают в своем творческом вот эти вот отношения к здоровому образу жизни. Это очень похвально, и хочу вам сказать, что очень сложно отбирать из такого количества большого хороших работ выбрать победителя. Вот это мне тоже нравится. Простенько, наглядно. Солнце, как, вот, воздух, все понятно. Вода, фрукты. Три возрастные группы. Самому младшему участнику 7 лет, самому старшему 17. На рисунке Кости Касторного люди подняли вверх руку. Сразу видно, кто какой сделал выбор. Работа Саши – лучшая в младшей возрастной группе. Обращали внимание на самостоятельное выполнение работы, на то, как дети могут передать тему здорового образа жизни креативно, вот, через свое детское восприятие. Конкурс рисунков – одно из мероприятий антинаркотической направленности, которые проходили в городском округе в течение сентября. Творчество ребят оценивало жюри, профессиональные художники, представители прокуратуры, полиции, администрации округа. Правильное питание, игры на свежем воздухе, спорт – вот слагаемое здорового образа жизни. Вероятно, поэтому в числе 9 лучших работ – 3 на спортивную тему. Спорт, музыка, образование, творчество, путешествия. Защитить себя. И он, главное, себя. С мамой. Здоровый образ жизни, он у каждой возрастной категории прослеживается свой. Каждый ребенок видит себя в здоровом образе жизни, в здоровой семье, в здоровом обществе, в здоровой России. Поэтому с каждым годом что-то меняется, но в целом тенденции одинаковые. Дети видят позитив. Победители конкурса получат дипломы главы и памятные сувениры. Еще 5 работ, отличающиеся оригинальным замыслом, но не вошедшие в номинации, организаторы отметят грамотами за активное участие. Рассмотреть рисунки поближе можно будет на выставке в Щелковской художественной галерее уже в октябре. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.